прямо на берегу Гудзона, около Уитни Мьюзеем, вот этот музей, берет начало так называемая Хайлайн, любимая нью-йоркцами и туристами на некогда заброшенной эстакаде старого-старого сабвея, решили посадить сад. Получился замечательный такой островок зелени в Нью-Йорке, где можно погулять, с высоты посмотреть на архитектуру города, и не только с высоты, но и вблизи. И вот это самое начало. И мы сейчас погуляем по этой замечательной Хайлайн. Хайлайн – это значит линия на высоте, высокая линия. Люди уже наверху стоят и любуются улицами. А мы поднимемся по тем ступенькам. Тут можно и перекус устроить, как обычно. Поднимаемся. Вот поднялись мы со ступеней. Сразу начинается волшебство. Сейчас мы пройдем вот в ту сторону, наоборот. Вот здесь справа это Уитни Мьюзеем. А это вот та улочка. Вот под этой эстакадой мы поднимались сюда. Ну, до конца я не пойду. Пойдем-ка мы в сторону Аптауна, то есть мы сейчас пойдем с севера, вернее, нет, как это, я уже запуталась, с юга на север. Вот мы поднялись по ступенечкам, идем с юга на север по Хайлайн. Это Хайлайн идет до 30-й улицы. Конечно, все заснять я не смогу, но какие-то кусочки, самые такие мне понравившиеся любимые, я покажу. Идем дальше. Сразу переключаю от себя сразу переключила, без купюры. Сразу вот такой островочек приятненький получился. Островочек, вот люблю я всякие такие, как дикушечки. Вау. Но впереди нас ждет очень много интересного. Боже мой, какое дерево. Ой, какое пушистое, вообще прелесть. Идем и смотрим заодно архитектуру. Это новое строительство. Сейчас западный район Манхэттена очень перестраивается. Очень. Уитни. Много всякого искусства там. Вы понимаете, настолько все тут вписалось. Эта линия вписалась в архитектуру. Не то, что она сама вписалась, ее вписали. Потому что многие дома построены гораздо позже. А вон там, видите, Little Island. Мы с Иринкой и с вами там тоже были. Там тоже интересно гулять. Я видео вам скину. А мы идем дальше. Видите, как опять под здание уходит дорога.
круто. Иногда просто ты одна здесь, как будто одна среди какого-то леса, потому что очень много диких растений. Прелесть. Тоже очень хорошее рукотворное сооружение Little Island. А здесь вот лежаки, где можно посидеть и полежать. Короче, побалдеть. Водичка, водичка течет. Можно попить кофе, перекусить. Короче, всего-всего много здесь под крышей. И цены не такие уж и большие. 3, 5, 6 долларов. Снеки такие, знаете. Мороженка, салатики. Мороженое очень популярно, потому что на улице сегодня жарковато. 6,95, 6,95 мороженка. А мы идем туда дальше. Вот это одно из приятных мест здесь, прям над дорогой. И вон там вдалеке любимый пингвин. Смотровая площадка высоченная, где мы были с вами. Здорово. Хорошее место. А в этом месте можно идти и заглядывать в выпуклые окна. Какая красота! Прямо можно на улицу смотреть, на соседнюю. Металл старый. А вот они и рельсы среди цветочков. Слышите, птички поют, прям лес. Птички поют. Замечательно. Вот они, рельсы притулились. Когда-то по ним ходили поезда. Даже как-то трудно вериться. Ну, трудно этому вериться.
Понимаете? Как это вот поверить, что здесь когда-то ходили поезда, а теперь вот такой уголок сделали. Красота. Здорово, здорово. Немножко проходишь, и опять открывается новая панорама. Очень интересно. Видите, квартиры совсем рядышком, квартиры с балкончиками. И квартиры, и офисы, и все на свете. А вот там 10-я авеню и 20 какая-то, 4-я, по-моему, улица. Если вы еще здесь не были, вам строгий выговор. А гости нашего города обязательно сюда должны прийти, им не надо выговора. А вам строгий. Есть, я знаю, есть такие люди, которые здесь живут долгие годы и ни разу сюда не появились. Это плохо. Приходите, приезжайте, приползите, что хотите делайте, но здесь погуляйте. Здесь достаточно, ну даже вот если быстро пройтись, ну часа 3-4 во вам будет побалдеть. Приходите, приглашаю. Вот тоже интересный современный дизайн. С балкончиками, террасками такими, террасами. Как еще старенькие домики остаются, вот красный, например, а его уже окружают современные дома. Ой, даю вам секретную информацию. Видите веб-сайт 507westchelsea.com. Вы можете этот веб-сайт открыть и посмотреть, сколько стоит рент в этом лакшери билдинге. Высокое такое. Короче, посмотрите. Хорошее место. Вот, мы дошли до того места. Наверное, 20, может, 8-я, 29-я улица, не знаю. Где вон там тоже какие-то переходы навороченные, интересные. Тут вот тоже балконы, внизу какие-то ресторанчики, зонтики красные. А мы поворачиваем налево и идем в сторону Гудзона. Наша Хайлайн идет в сторону Гудзона, вон туда. Здесь, конечно, понастроили, накрутили, навертели всего. Вон там смотровая площадка. Мы туда не пойдем, на эту площадь, а пойдем вот туда, к Гудзону. Так, красный,
ехать нельзя. А так зеленый, ехать можно. Good job. Хорошая работа. Ну вот, дошли мы до конца, до самого. Гудзону оно не получается. Упираемся в забор и видим вот такую красоту. Частично, конечно, видим. Идем дальше. Идем обратно, и я еду уже, наверное, в сторону дома. Вот есть такая схема. Мы с вами прошли с самого нижнего, вот той нижней точки, и прошли мы вот сюда. You are here. Вот здесь. Так что мы практически всю линию прошли с вами. Круто! Ура! Так, вернулись мы снова на этот развязку, в этот узел. Теперь поворачиваем и идем уже. Все, мы покинули Хайлайн. И теперь идем просто между домами, между зданиями. Уже на земле идем. Ой, хорошо. Узнаете места, все знакомые. Жаль, вот эта вот площадка, вот этот объект, он так и почему-то не открывается. Туда нельзя забираться, очень жалко. Так полазить можно было бы туда. Я забыла, как он называется. Скажите мне, кто знает. Ну, я в интернете потом гляну, конечно. А вот туда, если зайти, там очень много всяких магазинов, ребята. Мне уже это неинтересно, честно говоря. Вот неинтересны мне магазины, я вам уже говорила об этом. Мне бы лучше куда-нибудь на рыбалку бы. Окей. А там гудзончик наш любимый. Ну все, мои дорогие, нагулялись. Теперь мы с вами идем вот туда, где зелененькая, зелененькая. Такая шарик зелененький. Туда идем. Мы простые люди. У нас нет велосипеда, нет мотоцикла. Конечно же, нет машины. Мы простые люди, на сабвее будем ездить. Вон там, я смотрю, станция метро. Мы идем туда. 34-я стрит, Hudson Yards. Видите, номер 7. Номер 7, это лифт здесь, это лифт. А мы с вами, мы же молодые, мы же в лифте не будем ездить. Мы же не инвалиды, правда ведь? Мы девушки молодые, поэтому мы пешком пойдем по лесенке. Вот. Сейчас вот лентяи все уедут, а мы пойдем по лесенке. Ой, как вот здесь прохладненько, так хорошо. Так хорошо. В этом скверике. О, ну ничего. Так, идем, идем, идем.
Мне еще надо разбираться, куда семерка едет. Сейчас уеду в какую-нибудь другую сторону. Короче, будем разбираться сейчас. Так, сейчас пойдем карту смотреть и пойдем изучать, куда нам ехать. Потому что мне семерка, это не мой трейн. Вот сейчас пойдем карту изучим. Вот мы здесь. И мы поедем до 42-й. Вот сюда поедем, 42-я, Брайант Парк, и пересядем на наш трейн. На Бишку пересядем. Вот так мы сделаем. Вот у меня такая карточка есть с моей фотографией. Это полцены. Представляете, по блату я езжу за полцены. Как уже молодая девушка. Вот. Я вот такая молодая, что я за полцены езжу. Так, тут что-то закрыто. Одна только открыта. Ну ладно. Вот это да. Мальчики, вы тут все чистите, да, закрыли. Понимаешь ли, закрыли. Так, вот мы спустились наконец-то. Номер 7. Так, нам надо с запада на восток. Ну, вот сюда, например, нам можно. Так, спускаемся ножками. Два трака. Next train справа. Так что сейчас справа трейн приедет. Будем ждать. Да, люди? Будем ждать. Ой, как жарко сегодня. Слушайте, на улице вообще под 30, наверное. Я вся раскрасневшаяся. Так. 34-я стрит, и мы где-то прямо на берегу, на западном. Понимаете, в чем дело? Вот. Окей. Это конечная станция. Она как бы, эта линия идет не вдоль, а поперек Манхэттена. Поперек Манхэттена, понимаете? Соединяя все линии воедино. Вот. Так что такие пироги. Окей. Okay.